Чеснок – одна из древнейших культур, которые люди начали использовать в кулинарии и медицине. Пришел он к нам из Азии. Еще 4000 лет назад его выращивали в Средней Азии, Иране и Пакистане. Он был обязательным продуктом в рационе древних египтян. Также им кормили рабов, занятых на тяжелых работах, чтобы придать сил и предупредить возникновение болезней. При раскопках древней гробницы фараона Тутанхамона были найдены головки чеснока. Не всем по душе резкий запах овоща. Индийцы широко использовали его ценные свойства в лечебных целях, но не применяли его в кулинарии, так как резкий запах овоща был им не по душе. Греки и римляне поначалу тоже не принимали это растение. Уж очень резким и стойкий был запах, но уже в начале нашей эры чеснок начали использовать почти во всех странах Европы и стал любимой приправой в кулинарии многих народов. Упоминания об ароматном растении есть даже в Библии. Так в чем же заключаются целебные свойства чеснока? Он помогает избавиться от патогенной микрофлоры в кишечнике, улучшает секрецию ферментов, выделение желудочного сока, укрепляет иммунную систему при простуде, насморке, болях в горле, инфекциях заболевания верхних и дыхательных путей. Также он оздоравливает сердечно-сосудистую систему, снижает уровень плохого холестерина. Благодаря наличию аллицина чеснок способен предотвратить развитие рака. Используется при болезнях печени и желчного пузыря, так как способствует восстановлению клеток, разжижает желчь и предотвращает образование камней. Для мужчин и женщин в равной мере чеснок полезен при проблемах в мочеполовой сфере. Полезен также он для нормализации работы нервной системы и при умственных нагрузках. Стоит отметить, что чеснок используют для выведения мозолей и бородавок, при облысении, лечении нарывов и гнойных ран.